Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, как и обещал, рубрика «Какой аниматроник самый живучий?». Я решил взять пак с FNAF 2. Я считаю, что здесь очень разные аниматроники, у всех разные жизни. Будем вместе с вами смотреть. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем издеваться. Сначала мы ставим в огонь и уже будем потом смотреть, кто как умирает. Я считаю, что фиолетовый человек, наверное, само быстро умрет. Так, все, я всех поставил. Маринетка, как всегда, уже на меня агрится. Хотя я отключил игнорирование игроков. Почему-то она мне все равно хочет убить. Может еще выключить и им лучше, потому что они реально какие-то дерзкие. Во, все. Так, кто же у нас первый умрет? Ребята, пишите в комментариях, как вы думаете. Смотрите, я уже здесь стою, уже жарит меня. Представляете, какая там температура? Но они потихонечку дамажатся. Прикольно. Так, давайте пока не жарятся, будем посматривать. У нас сегодня готовка. Так, первый кто-то умер. Так, Фредди умер, есть. Балунбой умер. Потом Чика. Отлично, отлично жарится. Фредди, Бонни. Ребята, марионетка самая живучая оказалась. А смотрите, ей все равно, она жарится дальше. Она какая-то просто психичка. И мне это нравится. Это дробилка. Здесь есть кнопка, но мы сначала их поставим, а потом нажмем кнопку. Такс. Чпонькс. Есть. Чпонькс. Так, у нас, как всегда, веселье сейчас будет начинаться. Я не знаю, она вообще включится или нет, и вылетит ли у меня на рабочий стол. Так, я забыл Чику поставить, я это вижу. Так. Ну что, ребята, погнали. Ой-ой-ой. Маринетка тоже сгорела уже. Воу, балунбой улетел, ты куда? Вот это у нас миксер, а не, он там прыгает. Отлично. Отключаем. Пойдет, зажарила всех. Прикольно их размолола, ребята, мне нравится. Так, следующий у нас будет пресс. Мне, надеюсь, хитбокс у них, высота одинаковая, поэтому не будет сильно там разницы. Ну, наверное, мангл убьет последнюю. Чпоникс, маринетка, держись, я в тебя верю. Ой, сейчас будет вообще прикольно. Такого мы еще ни разу не делали. Из цепи вчера мы давили, но это было как-то не так. Здесь более честнее у нас. Так, Чику, Чику, вечно забываю ставить. Блин, это Фокси, кажется, бежит кто-то. Никого нету. Так, погнали. Так, а кого же давит первого? Что-то очень странно. Интересно, пресс сильно сжимает или нет? Опа, Фредди пошел. Отлично, стоит себе, ничего не делает. Бонни дамаг проходит. Он дрожит, видите? Так, теперь Чика дамаг ловит. Так, нормально. Держи, держись, я верю. У тебя штоки дрожат, видно, очень тяжело. Маринетка опять последняя. Что, что ж такое? Сейчас балунбой, видимо, умрет. Ну давай, 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 давай. Сейчас осталось чуть-чуть. И марионетка. Смотрим, на корточки даже сядем, посмотрим. Она, наверное, как всегда, дольше всех. У нее даже ноги не дрожат. Она очень сильно. А нет, мангл была. А теперь у нас получается маринетка. Маринетка, давай, я в тебя верю, ты сможешь. Очень долго простояла, реально, очень долго. Я верю в тебя, ты сможешь. Так, сейчас он должен подняться наверх. Нет, не поднимается наверх. Следующая вот эта штука, но я не знаю, она будет дамажить их или нет. Наверное, она не будет дамажить. Давайте просто проверим. Эта штука не хочет работать на аниматрониках. Вот, сейчас будет самый прикол. Я не знаю, как его остановить. Давайте попробуем физганом остановить. Или тут есть кнопка. Давайте пробежим, посмотрим. Потому что вчера я особо не изучил. Кнопки нет. Он просто постоянно сжимает. Вот, блин, даже как-то стрёмно возле этой штуки стоять. Так, ну давайте начнем. Балунбой. Да. Да, что-то вообще очень быстро. Ой-ой-ой. А, не, я думал, это у меня залагало. А это заголагал пресс. Сжимает, сжимает. Смотрите, получается, фиолетовый человек самый жесткий. И все? Че, забагал, что ли, нашу штуку? Так, давайте мы удалим, наверное. А нет, нельзя удалить. О, заработало. Давайте поставим маринетку. Долго будет? Моментально. Вообще изично. Фредди. Тоже легко. Чика. Вот фиолетовый человек какой-то самый жесткий, его тяжело очень переживать. Эта штука не может. Так, давай, ладно, сейчас по каналу сделаем. Давайте очень много штук поставим. О, я мангл еще не ставил.
Блин, давайте обнулим карту опять. Что-то залагал наш пресс. Да, мангл как сюда на изи. А если много мангл? А если много-много-много-много? Сам себя убил. Так, следующее у нас... Так, горелка. Все сгорели, всех перемололи, сдавили, сжали. Центрофуги еще не крутили, но мне кажется, на NPC это не влияет. О, идет. А толку, что он идет? Так, не хочет. Ладно. Надеюсь, игра не вылетит, потому что я чувствую, сейчас я что-то такое сделаю. Так, а в конце, я думаю, может поставить еще... Не, давайте сейчас раздавим. Просто у меня есть аниматроник, у кого 830 тысяч жизней. Это у нас, сейчас вам покажу его. Есть у нас такой модный. А, это только в пилпаках у нас. Я знаю, у кого еще много жизней, сейчас вам покажу. Вот здесь вот. Вот, у них очень много жизней. Надеюсь, ты продержишься. Погнали. Это вообще еще быстрее убивает, чем все остальные. Фиолетовый человек, ты сможешь, нет. Фредди, держи, держи стенку. Больно. А, я вижу, проходит. Вот, самый крепкий аниматроник остался, которого вообще ничего не берет. Стоит, думает, что такое? А что она дальше не идет? Иди. Вот сейчас маринетка держит стенку. Так, ничего не работает. Я не понимаю, кого-то дамажит. Давайте удалим. О, видно, он стал как-то криво. Это вообще очень крутые аниматроники. Они реально самые топовые. Из NPC-шек, что у нас есть. Так, один летающий, один нет. И Фредька, подожди. Ты будешь стоять в конце. Я хочу, чтобы ты показал самого мощного из всех. Ну давай. Вот я не понимаю, дамаг проходит или они просто стоят, ржут? Ладно. Ничего не происходит. Ну давайте пока сходим дальше сюда. Так, теперь самое мое любимое — это пила. Давайте тогда, раз не получилось их сплюснуть, мы их сейчас... Так, почему? А, пила уже пилит, что такое? Во. А ну, сюда можно поставить? Получается, они очень высокие. Так, давайте начнем с плюштрапа, с маленького. Ты готов? Погнали. Ой, я ничего не вижу. Его моментально раздавило вообще. Просто наизично. О, начали умирать те аниматроники, один уже умер. Погнали, давит их дальше, посмотрим. Кошмарный Фредька, ты готов? Сразу, да что ж такое, чего вы так быстро убираете? Ноги так раскорячил, опускаем. Так, хорошо, давайте марионетку. Маринетка, мне кажется, там оказалась такая сильная. Что-то она уже сразу так дергается. Давайте попробуем так, раздавит ее. О, оно и так пилит. Блин, тоже быстро, но не так быстро, как те остальные. Опускается. О! Сейчас мы сделаем омлет из фиолетовых человечков. Блин, не знаю, что, но мне эта карта нравится, тут можно так издеваться прикольно. Так что, ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы всегда рады, ролики выходят каждый день. Так, ребята, это эпик. Погнали. Ой, как-то странно. Очень странно пилит. А, во-во, цепляет. Ой-ой-ой, прям какой-то точно омлет сделал. Один живой остался. Ты чё? Ты чё, живой, что ли? Нифига себе, сколько у тебя жизней. Смотрите, как прикольно висит. Вверх ногами. Бляп. Так, сейчас мы его подобьем. Ребята, я сколько смог, столько поставим мангл. Погнали. Опа, есть, есть. Вообще очень быстро убирается. Смотрите, как дергается прикольно. Сейчас их нанизу столько штук там будет. Давай, 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 пили, чухаем в спинке. Они сейчас одновременно все должны умереть. Вот так вот. И еще у нас там толпа. О, блин, аж лагает гаррисмот у меня. Ой-ой, отлично, не вылетело. Все, всех распилило. Ребята, напишите в комментариях, какой показался аниматроник самый живучий. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.